Мы сыграем четырехчастную симфонию Юрия Ивановича Маркина. Как я и говорил ранее, она была презентована полгода назад на творческом вечере Юрия Ивановича в Доме композиторов. Иди к ним, наверное. Симфония состоит из четырех частей. И, конечно же, естественно, так как мы находимся в джазовом клубе, это джазовая музыка, естественно, аплодисменты между частями приветствуются. И здесь, на консерватории, можно аплодировать сколько угодно и после соло, и между частями, как хотите. Итак. We'll be right back.
Алексей Нажаров, рояль. Денис Шушков, контрабас. Петр Ившин, ударный. Трубы. Максим Дуров. Антон Захаров. Виталий Анисимов. Ростислав Кочетов. Салман Абуев играл в первом отделении. Федор Синчуков, тромбон. Максим Кюганов. Слава Кейзеров. Андрей Савельевичев. Туба. Андрей Башев. Саксофоны. Джордж Горбов. Ольга Сорокина. Олег Грымов. И Антон Котиков. Спасибо большое. Давайте все скажем большое спасибо Юрию Ивановичу Маркину за его потрясающую музыку. Юрий Иванович, спасибо вам большое. Браво, Юрий Иванович. Браво. И браво, Алексей Круглов, потому что он взял на себя нелегкую миссию организовать, сделать, держать оркестр. Спасибо, конечно, конечно, все идет. Спасибо всем музыкантам, спасибо огромное всем солистам, и в целом оркестр звучал как единое целое. И спасибо публике, спасибо. Сегодня я уже сказал в перерыве, что были некоторые опасения по поводу того, как большой оркестр, и дело даже не в большом оркестре, здесь играли оркестры подобно этому, но была совершенно другая программа, какие-то известные джазовые стандарты, эстрадные какие-то американские песни и так далее. Вот. А здесь совершенно иное, это крупные формы, серьезные произведения. И я, честно говоря, восхищен нашей публикой, которая сегодня присутствовала здесь, так внимательно слушала и аплодировала музыкантам. В общем, музыка, сцена и зал слились и стали единым таким музыкальным коллективом, творческим. Потому что публика, когда слушает, она тоже творит. Спасибо большое. Спасибо всем от всей души. Спасибо музыкантам, оркестру. Юрий Иванович, браво! Как всегда, браво! Юрий Иванович Маркин, автор многочисленных произведений, крупной формы. Он, кстати, не только джазовый композитор. Его основное тайное пристрастие – это серьезная симфоническая музыка, классика. Он написал много концертов, симфоний, различных малых форм. Ну, а в области джаза, я не знаю, он переаранжировал все, что только можно было, к чему можно было сделать аранжировки, и к чему нельзя, кстати, тоже. Вот, американские стандарты, советские песни. Он автор, но это только у нас в клубе ставилось 8 его опер. На самом деле он написал их больше. 8 джазовых опер, которые шли в единственном театре, вот который мы с Юрием Ивановичем сделали в свое время, в конце 90-х годов, это театр джазовой оперы. Там шли 8 спектаклей. К сожалению, у нас нет возможности продолжать это благое дело. Просто вот уже точно в такой обстановке оперу не сыграешь, не поставишь. Тогда у нас были иные возможности. Но все это записано, к счастью, все это существует, и мы ждем, когда же появится Абрамович.